Ага, хорошо. Спасибо за обратную связь. Давайте познакомимся, кто меня не знает. Вижу многих из своей команды. Приятно, что зашли. Всем привет. Меня зовут Таня Якимова. Я нахожусь в квалификации директор. Сама я с города Нижний Новгород. На фотографии вы видите мою доченьку. Я начала работать, когда ей было всего лишь 8 месяцев. И моего мужа, который теперь сотрудничает вместе со мной. Мы с ним оформили семейный контракт. Дальше. Как я пришла в бизнес? Да, всегда про это начинаю рассказывать, с этого начинаю для новичков, потому что у нас презентация, как и мне кажется интересно, как приходят люди, да, в бизнес. И вот расскажу, как я пришла. Пришла, ничего о нем не зная, да. Ну, вообще, позвали, да, там прочитала какую-то информацию. Больно не разбиралась, просто презентацию посмотрела и пришла. Совсем не умела работать с компьютером. Так, включала, выключала, могла там ВКонтакте, в соцсетях полазить и все, не более. Не обладала навыками коммуникации, порой, да, я сама вообще из деревни, с маленькой деревушки, и поэтому была не особо коммуникабельна. Без поддержки родных. Позже многие сталкиваются с этим, что не верят, да, родные не верят, близкие не верят, говорят ерунда, говорят, да, все это неправда. Я тоже с этим столкнулась, но у меня было огромное желание заработать, да, после того, как я посмотрела презентацию, во всем разобралась, просто было огромное-огромное желание заработать. Поняла, что сама до конца не верила, да, там буквально какие-то там первые недельки, но потом села, все изучила, все посмотрела, конечно же, поверила, ну, потому что, ну, как не поверить, когда факты налицо, там, и странички в соцсетях у всех посмотрела, и про, там, мегафорумы, про банкеты директоров, все изучила, все посмотрела. Благо, живем не в каменном веке, да, обмануть никого, если вы, да, человек разумный, если вы можете изучить информацию сами, обмануть просто никого, не, ну, невозможно никого. Поэтому изучайте информацию, если вдруг вам не верится. И было, конечно же, огромное-огромное желание заработать. Сейчас пришла, конечно, никого не было, да, сейчас огромная команда. На фотографии, конечно, не все уместились, только частичка маленькая. И если у вас сейчас вы только пришли, у вас тоже никого пока нету, нету ни одной регистрации, ничего страшного. С этого все начинали. Я тоже с этого начинала. Сейчас уже большая-большая команда по всей стране. Вот, да, открыла ИП. Вот я показываю вам, да, свое ИП. Тут видно моя фамилия, имя. Открыла я в этом году, в январе. Вообще не могла, не могла подумать, что просто сидя в доме, мамочка в декрете, может, ну, там, открыть ИП. Для меня вообще это было из ряда вон выходящее. Но нет, все действительно, все реально. Вот можете посмотреть на скрине, да, все видно. И всегда показываю доходы. Почему показываю? Была сама новичком, сама всегда звала своих новичков на презентации и думала, ой, хоть бы показали там справочки какие-нибудь, хоть бы показали там справочки, чтобы мой новичок увидел, чтобы мой новичок понял, что тут можно заработать деньги. Поэтому показываю справочки. Вот первое начисление, да, внизу самое первое начисление, это было 60 тысяч накопленных за, ну вот за период моей работы. Деньги сперва копятся на внутреннем счете, в личном счете, в личном кабинете можете отслеживать. И потом каждые 3 недельки будете получать зарплату. Сперва видите, да, 13 тысяч, потом еще 13, потом 20, потом 18 и 93 тысячи вместе с премией пришло мне. Ну, для меня вообще классные деньги, да, для мамы в декрете. Дальше. Вы тоже будете столько получать и даже больше. Так вот, как их получить, да, что нужно сделать, чтобы их заработать, сегодня я вам немножко расскажу. Что мы вам предлагаем? Предлагаем вам запустить бизнес. Вот ключ на весь мир. Можете работать прямо на дому. Да, какие плюсы? То, что можете работать прямо на дому, никуда не нужно ходить. Если вы мамочку в декрете, да, если вы работаете, совмещаете со мной работать, вам нужно для того, чтобы развить этот бизнес, просто там ноутбук, да, компьютер, выход в интернет. Все. Совмещая с учебой. У нас много также студентов, да, студентов, которые приходят и работают, совмещают с учебой. У нас даже есть школьник, да, который тоже все справляется, всем все успевает. Ему всего, по-моему, 15 лет. И тоже развивает бизнес для всех вообще.
для всех этот бизнес актуален. Ухаживать за ребенком, как я, в свободное время или находясь на пенсии тоже у нас есть в моей команде, которые также развивают бизнес вместе с нами. Поэтому тут вообще не важно, сколько вам лет, какое вам какое у вас образование, было бы у вас желание заработать. И все, это единственное, что нужно. Почему компания Reflame? Да? Ну, почему вообще эта компания? Да? Столько раз, наверное, вам уже предлагали сотрудничать с этой компанией, возможно, вы сомневались, возможно, думали. Так почему Reflame? Я когда пришла, ну, не думала, да, ну, Reflame, Reflame, для меня было не важно. Я посмотрела, поняла, что тут можно заработать деньги. Сейчас, конечно, вся вот полтора года я, ну, просто люблю нашу компанию. Почему? Сейчас в интернете предлагают много всего, да, но легального, прозрачного бизнеса, где вы можете открыть ИП, где вы платите все налоги, где вам идут пенсионные отчисления, зачитывается трудовой стаж, да, где все официально, ну, это редкий случай, кто вам может предложить. Reflame – это именно так, что все легально, что все прозрачно, что нет никаких финансовых вложений. Конечно, это вообще дверь вопрос. Конечно, это для мамы в декрете, у которой там лишней копейки нету, это весьма актуально также. Косметика и средства гигиены высокого качества по доступной цене. Если бы мы пришли в компанию, где торговали, допустим, там продавали пылесосы, то у нас бы не было возможности брать себе пылесос каждый каталог, да, там каждый месяц. Тут же косметика, средства гигиены, да, там витаминки, они не имеют свойства заканчиваться. И мы можем покупать, не знаю, можем не продавать, а просто покупать для себя все то, что есть в каталоге. Если бы, да, тот же там машины продавали, либо те же пылесосы, мы бы не смогли их покупать себе постоянно. А тут не обязательно продавать, можно просто покупать себе каждый каталог. Засчитывается трудовой стаж, уже сказала. Есть отчисление в Пенсионный фонд России, 17 зарплат в год. Это тоже, да, не может не радовать, что зарплат 17 раз в год. Вот так же, да, всегда сравниваю, ну, часто привожу эту презентацию своей команде, всегда сравниваю с мужем, что вот у мужа там 12 зарплат, иногда 13, а у меня 17, ну, намного приятнее, да, что вот не успели 3 недели пролететь, а у тебя хоп, и еще одна уже зарплаточка. Плюс премии, премии тоже, ну, вообще, шикарные премии, я дальше покажу файлик, да, ну, где там премии все расписаны. Доход на личный счет каждые 3 недели, просто на расчетный счет компании перечисляет, и вы снимаете потом с карточки, все просто. Участие в банкете директоров Reflame. Вот недавно был банкет директоров, да? Какой вообще шикарный, какие вообще масштабы. Какие там были красивые, нарядные, там было 5 хаммеров, да, они катались. Ну, посмотрите, вот тоже загуглите, кому интересно, кто еще этого не видел. И вообще, какой размах, какой я была на мегафоруме, на банкете не была, но банкет был в том же здании, да, в ВДНХ, что и мегафорум. Так, там такие вообще масштабы, да, там такое, не знаю, устроили мероприятие, я на таком была сама в первый раз. Там прям все окутывало вот этим вот духом Reflame, да, вообще просто шикарное мероприятие. Я сидела прям с открытым ртом, говорю, была, и вот Алена пишет, да, вообще просто. И вот и вот наши директора, да, мы смотрели, там, сидели где-то, смотрели на них, они шли, там, гордо все им хлопали. Ну, я вот тоже сидела и гордилась, что вот я вот именно в этой компании. Кто, просто, кто говорят, что Reflame ерунда, они просто не знают вообще, что такое Reflame. Я тоже раньше не знала, пока не пришла сюда. Путешествие в экзотические страны за счет компании. Это тоже каждый год компания своим растущим лидером предоставляет возможность поехать, полететь, бесплатно путешествовать в российские страны. Ну, в этом году наши золотые, уровни золотой директор летят на Кипр, а кто квалифицировался на менеджерскую конференцию, мы летим в Сочи. Я тоже поеду в первый раз, тоже, ну, не знаю, там с какими эмоциями, я приеду уже, да, очень жду этого. И еще что немаловажно. Бизнес передается по наследству. Я мамочка, да, в декрете, я думаю, что у многих у вас есть детство, и вы должны понимать, что тут вот все, что вы наработаете, да, построите себе структуры, крепкие команды, это никуда от вас не денется. Вы все можете передать своим деткам по наследству.
уже наследует там, не знаю, целое состояние, грубо говоря, да, готовый бизнес. Это тоже, ну не знаю, ну просто шикарно. Я вот рассмотрела сейчас, вот только сейчас, да, понимаю со временем, почему Арифлейм, да. Когда только начинала, конечно, не понимала всех плюшек, всех вот этих фишек от компании. Сейчас, конечно, безумно рада, что я тут. Так, давайте поговорим про способы зарабатывания денег в компании Арифлейм. Первое, просто экономить. Покупаем себе со скидочкой. Это тоже приятно, да? Как только вы зарегистрировались, у вас скидка на всю продукцию 20%. И вы можете покупать для себя, делиться скидкой со своими знакомыми. Дальше, второй способ – это продавать продукцию. Там накрасили девчонки, одели каблучки, да, красиво оделись, пошли, показали каталог там в ближайшие магазины там или еще куда-то, в аптеку зашли, там, подошли кому-то, показали. Но мы вас зовем, тут тоже, да, можно заработать деньги. Если вам нужны деньги быстро, сразу сейчас продали на 6 тысяч рублей, 2 тысячи ваши, вот, пожалуйста, ну почему не заработать, если денежки нужны прямо сейчас? Но, конечно, тут больших денег не заработаешь, а мы вас зовем большие деньги, мы вас зовем строить бизнес, создавая команду. Вот про это сейчас мы и будем разговаривать. В чем вообще смысл нашего бизнеса? Это создать большие товарообороты и получать с них прибыль. В любом бизнесе продвигаются товары или услуги. У нас это, да, косметика, это профессионально, мы их и продвигаем. И понятно, чем больше товаров, ну, наш товар в нашем случае пользуется спросом у людей, тем больше у нас и прибыль. Компания платит нам процент за созданный нами товарооборот. Создали мы большой-большой товарооборот, компания нам заплатила за это деньги. Вот смотрите, да, доход владельца магазина зависит от товарооборота. Мы уже создаем огромные товарообороты для кого-то. Но мы просто про это не задумывались, я тоже про это никогда не задумывалась. Когда шла там в магазин покупать себе шампунь, гель, мыло, да, я не думала, что кто-то на этом зарабатывает. Поэтому сейчас, да, имея свой интернет-магазин, конечно же, я не пойду к дяде чужому денежки свои отдавать. Я пойду и куплю у себя в интернет-магазине и позову там своих близких, друзей, родственников тоже мыться у меня в моем интернет-магазине, за это я им дам скидочку. Вот. И, конечно, я буду покупать средства личной гигиены, косметику, и витамины, и аксессуары, и буду делать товарооборот себе, а не понесу дяде, да, делать товарооборот ему. Потому что я-то с этого вообще ничего не заработаю. А если я куплю у себя, тут я еще и денежки заработаю. И поэтому я буду покупать только у себя. Так вот, в чем же смысл нашей работы? Это создать большую потребительскую сеть, не на продажах, да, а в том, что мы будем приглашать, и каждый будет покупать для себя. Я пригласила, да, троих людей, они купили для себя, организовали товарооборот. Эти трое людей пригласили еще по трое людей и организовали товарооборот. И так вот цепочка идет, и товарооборот нарастает. Главное вот раскрутить это колесо, да, вот наша задача какая? Рассказывать людям про бизнес, делиться информацией. Рассказывать про возможности компании, не приглашать их к нам в компанию. И у каждого новичка вот есть вопрос такой, да, смогу ли я, да, вроде как-то все так далеко, да, какие-то тут товарообороты, какие-то тут проценты, какие-то что-то тут такое непонятное. Сможете, обязательно сможете. Потому что я вот тоже, да, пришла и тоже думала, смогу ли я. Потом смотрю, ну, простые люди зарабатывают, да, обычные мамочки в декрете, как и я. Обычные студенты зарабатывают деньги, открывают ИП, и я смогу, но чем я хуже? И вы тоже будете, да, и вы также сможете, как и я, как и многие другие. Уже столько директоров по этой системе выращено. Что же нужно сделать? Ну, во-первых, нужно посещать обучение онлайн. Либо онлайн, да, либо в записи, если вы не сможете. Почему? Потому что одно обучение посетили, не поняли, что Питер сказал, да, вам, для вас было непонятно, что он вообще рассказал. Пришли на другой вебинар, уже послушали, ага, для вас уже более понятно стало. Поэтому спикеров очень много, да, все очень разные, информацию доносят по-разному. Поэтому приходите, слушайте, да, и задавайте вопросы в чате. Если есть вопросы, обязательно задавайте в чате. Я, да, вот все это рассказываю для новичков, для того, чтобы вы все поняли и вопросы свои обязательно задавали. Второе, это приглашать людей. Либо находить через соцсети, либо через доски
времени вы будете работать, либо вы сразу пойдете, будете работать со своими знакомыми и близкими и рассказывать им информацию, да? И третье правило – это покупать продукцию для себя. Все. Вот все, три простых правила, которые нужно выполнять. В принципе, ну, ничего сложного нет. Просто нужно все делать в системе, все делать каждый день. Не так, что ты там раз в неделю посетил обучение, и на этом все. Раз в неделю там пригласил одного человека, и на этом закончилось все приглашение. Нет, нужно делать обязательно каждый день по системе, как на работу ходим каждый день. И тут тоже нужно работать каждый день. Дальше. Кто вам будет во всем помогать? Во-первых, будет помогать компания Reflame во всем. Логистика, бухгалтерия, да, все уже организовано. Я не думаю, не задумываюсь о том, кто, как вообще мне заплатить моим менеджерам, да, доход, как все это посчитать, как все это вычислить. Я про это совершенно не думаю. Я не думаю про ответственность, да, не несу никакую ответственность за продукт. Если что-то не так, если там, что-то, там помада вдруг сломалась или еще что-то, я вообще про это не думаю. Идет, да, там, консультант, там, мой партнер, у которого такое случилось, идет, пишет претензию на ИСО, все, ему меняют эту помадку. Я про это тоже вообще не думаю. Развитие лидеров. Тоже, ну вот уже как раньше, чуть-чуть ранее, да, я проговорила про премии, соцсети, да, про поездки, про мероприятия. Это все, да, финансирует компания, развивает лидеров, стимулирует их рост для того, чтобы они хотели расти, для того, чтобы они хотели развиваться. Придумает там всякие стартовые программы для новичков, чтобы было легче стартовать, чтобы они изучили продукт, чтобы, ну, в общем, всякие там акции проводят, всякие выгодные предложения. Все вот это, за все несет ответственность компании. И она вам во всем этом будет помогать. Есть сайт у нас, да, какой вообще крутой, нереально крутой, зайдите, посмотрите, там все можно посмотреть, там все можно изучить. Ну, там все есть, и ваша структура, кто там под вами зарегистрирован, ну, там тоже очень много информации, тоже сайт нужно изучить, знать, там во всем разбираться. Ну и, конечно, вам будет помогать ваш спонсор, тот человек, который вас зарегистрировал, тот человек, который вас пригласил сюда, да, который вам рассказал про бизнес. Вы тоже не молчите, спонсора своего теребите, да, говорите, если что-то непонятно, если что-то недопоняли, если что-то не получается, постоянно у него спрашиваете, у меня это не получается, у меня этого не получается, расскажи мне, подскажи. Спонсору приятно, когда вы задаете ему вопросы, что вы такой активный, что вы интересуетесь, что вам интересно, поэтому задавайте спонсора, не стесняйтесь никаких вопросов задавать. Он будет вас бесплатно обучать, да, это работа вашего спонсора, бесплатно вас обучать, будет помогать вам в сопровождении, вас будет сопровождать. Да, и у всех можно спросить, в чатах, да, находитесь, у всех, пожалуйста, спрашивайте, интересуйтесь, да, все готовы всегда рады помочь. Дальше, помощь в создании структуры, также спонсор вам помогает строить структуру, регистрирует ваших следующих новичков уже в вашу структуру, чтобы вы видели, что система действительно работает, что не только вы создаете структуру, но и спонсор вам помогает. Вот, на этом все понятно, да? Если есть вопросы, задавайте. Про доходы поговорим. Думаю, всем интересны доходы. Какие же у нас доходы? Ну, что могу сказать? Когда вы только... Это бизнес, да? Не думайте, что тут сразу на вас упадет много-много денег. Это не так. Сперва нужно развить структуру. Деньги будут, но не такие большие, да? На уровне 3%. Это 150 групповых бонус-баллов, вы консультант, и ваш доход 700-900 рублей. Ну, уже неплохо, да? Количество партнеров примерно один человек. Вы и еще один человек, вы и на 3%. Уровень 6%. Вот эту табличку вообще желательно советую всем знать наизусть. Чтобы знать, да, там сколько вдруг вам там до следующего уровня не будет хватать там всего лишь, не будет хватать всего лишь один балл, а вы вот не знаете вот, ничего, да? Про это. Поэтому изучите, посмотрите, запомните, какие тут уровни, какие баллы. Вот. Такой вот товарооборот. Дальше. 9% это уже вы менеджер компании, да, такую квалификацию вам присуждает. Вы уже видите, что у вас в личном кабинете написано, что вы менеджер. Да.
вы менеджер, и ваш доход где-то 1,5-2 тысячи рублей, количество партнеров примерно 4 человека. 4 человека активных партнеров. Те люди, которые вместе с вами приглашают, те люди, которые вместе с вами обучаются, и те люди, которые делают товарооборот. Вот это ключевые партнеры. Таких на уровне 9% примерно 4 человека. Дальше. Уровень 12%. Тут уже структура такая побольше. Бонус баллов групповых 1800. Групповой товарооборот 63 тысячи рублей. Вы менеджер. Ваш доход увеличивается, да, с каждым разом. Сами видите, 3,5 тысячи, 5,5 тысяч. И количество партнеров 8 человек. Дальше, следующий уровень 15%. Бонус баллов групповых 3 тысячи. Да, видите, уже товарооборот за 100 тысяч перевалил. Вы менеджер, ваш доход 6-9 тысяч рублей. Количество партнеров 10 человек. 10 активных человек вам нужно всего-то, да, для того, чтобы достигнуть уровня 15%. Дальше. Уровень 18%, бонус баллов групповых 5 тысяч, групповой товарооборот 170 тысяч рублей, вы менеджер, ваш доход 12-17 тысяч, уже, да, неплохой доход, уже некоторые открывают ИП именно с 18%, тут уже, да, можно открывать, если видите, что структура крепкая. Количество партнеров 15-20 человек. И первый уровень, к которому мы стремимся, да, изначально, это 22%, бонус баллов групповых 7,5 тысяч, групповой товарооборот 250 тысяч рублей, вы старший менеджер, ваш доход от 18 до 30 тысяч рублей. Количество партнеров 20-25 человек, в принципе, не так много. Удерживайте уровень старшего менеджера, да, все, вы вышли на уровень старшего менеджера, у вас 7,5 тысяч бонус баллов товарооборота в всей группе. 8 каталогов, удерживайте этот уровень, ну, конечно, не просто удерживайте, лучше расти, да, и вам присваивается квалификация директор с доходом от 30 тысяч рублей плюс единоразовая премия 1000 долларов. Вот. Это вот первые шаги, да, это самое первое, к чему мы стремимся, это с уровня директора меньше тут, конечно, сделать нечего. Дальше начинается, конечно, самое интересное. Когда я, да, вот тоже, когда я пришла сюда, вот слушала вебинары эти, и думала, блин, ну как вообще такое реально, да, какие деньги? 1000 долларов, 1500 долларов, 2000 долларов. Неужели люди столько получают? И мне казалось, это таким-то далеким, нереальным. Но вот 1000 долларов я уже получила, да, премию. Там, вот, пожалуйста, да, мне муж тоже. Да, муж тоже, когда эту премию получил, говорит, ну, прям вот, ну, вообще, я в шоке. Не верил, не верил, а ты тут такие премии получаешь. Да. Поэтому все это реально, все так и будет. И у вас, если кто-то не верит, то обязательно поверит вам, когда увидит денежку. Вот, дальше, значит, директор – это 33 тысячи рублей примерно доход в месяц. Старший директор – примерно 50 тысяч рублей в месяц. И ваша премия единоразовая – 1500 долларов. Дальше, золотой директор – это 75 тысяч рублей в месяц. И ваша премия единоразовая – 2000 долларов. Старший директор, старший золотой директор, это 100 тысяч рублей зарплата и 3 тысячи долларов премии. Ну, в общем, сами видите, что лестница бесконечная. Вы можете зарабатывать столько, сколько вы захотите. Если у вас какие-то цели, да, огромные там планы, амбициозные, то, пожалуйста, да, вам только нужно делать. Приглашать каждый день, посещать обучение и раз в каталог организовать свой товарооборот. Все, ничего такого сложного тут нету. Просто нужно сделать каждый день. И, пожалуйста, зарабатывайте сколько хотите, ставьте цели и зарабатывайте. Вот, не буду все подробно рассказывать. Можете, если не рассматривали эту лестницу всех, скачайте здесь на сайте. Если нету, не сможете найти на сайте, спросите спонсора, обязательно даст. Дальше. Как выплачивается доход? Это тоже вы должны знать. Да? Пришли за деньгами и должны знать вообще, как выплачивается доход, как все это происходит. Выплачивается только через расчетный счет индивидуального предпринимателя. Почему? Ну, во-первых, потому что компания международная, легальная, никаких электронных кошельков и черных зарплат нет. Многие новички так приходят, говорят, а вот бы мне вот, да, на расчетный счет, какой-то тут еще расчетный счет, а нельзя ли как-нибудь так там, по-быстренькому на электронный кошелек, или там на Киви, на Яндекс деньги? Нет, компания международная, никаких там вот таких вот смыслов быть не может. Мы являемся бизнес-партнерами, а не наемными сотрудниками компании, и
компания нам все деньги перечисляет на расчетный счет. И, конечно, она не может работать там, начисляя как-то другими ходами нам деньги. Мы платим, про налоги, да? Платим налоги 6% по упрощенной системе налогообложения. На наемной работе вы отдаете, да, я отдавала раньше 13% зарплаты плюс различные мелкие налоги. ИП, когда открываем, ИП открываем не сразу. Не нужно сразу, когда там вышло на 3% обязательно открывать ИП, не нужно. Примерно директорского уровня открываем. Да, я открыла, когда открыла квалификацию директора на 22%. Вообще по желанию, когда захотите, кто-то открывает и на 18%, да, кто-то, может быть, и на 15% открывает. Но лучше открывать чуть-чуть попозже, пока денежки как раз накопятся, и откройте. И снимите, да, там всю сумму. Что будет в результате? Понятно, что начинать немного сложно, да, что там придется преодолевать какие-то препятствия, но всегда нужно в голове держать, что у нас будет в результате. В результате будет у вас свой успешный бизнес, который можно передавать по наследству. Свободное время, полностью распланированное вами. Когда захотел, тогда поехал на море. Не привязан ни к каким начальникам, ни к каким будильникам, ни к чему вообще не привязан. Планируешь, как планируешь, да, так и работает. Путешествие тоже уже, да, проговаривала. Компания предоставляет такую возможность путешествовать бесплатно. Только растите. Она вас готова возить по всяким странам, лишь бы вы росли. Личностный рост, карьерный рост, постоянно растущий доход. Сидела бы я в декрете, да, смотрела бы сериалы по телевизору, и мой мозг бы, к сожалению, деградировал. А тут и личностный рост, и книжки читаю, да, и по карьерной лестнице расту. И вы так можете, да, и у вас так будет. И доход тоже постоянно растет. Если работаете, то доход постоянно растет. Пассивный доход в перспективе. Что значит пассивный доход в перспективе? Это значит, помогли, ну, допустим, там, двум людям стать директорами. Под вами выстроилась группочка, да, одна группочка, вторая группочка. Вы на уровне золотого директора. Вы получаете с этого уровня уже пассивный доход. То есть вы там можете куда-то уехать, отъехать от работы, отойти. Если под вами два надежных, да, директора, которые уже работают, у которых там свои есть директора, то вы с своего уровня там не упадете, ничего, а просто будете получать с этих группочек денежки. Либо, да, там вот эти стабильные деньги, где-то, может, 40-50, да, будете зарабатывать 40-50, либо дальше помогать людям, да, становиться директорами и зарабатывать еще больше. Либо остановиться, и все, и, пожалуйста, получайте вот эту жизнь за то, что вы помогли людям стать двум людям, стать директорами. Примерно на уровень золотого директора выходит там за 2,5, кто-то за 2 года, кто-то за 2,5, кто-то за 3, кто-то за 1,5 года бриллианта открывает. У всех разные амбиции, да, и у всех разный рост. Что нужно сделать, чтобы получать деньги? Нужно работать. Нужно, во-первых, приглашать людей, во-вторых, посещать обучение, и в-третьих, сделать товарооборот. Любовь, вы, наверное, не поняли мою презентацию, нужно переслушать, либо сходить еще раз на такую же. Да? Хорошо? Дальше. Признание компании и партнеров за ваши успехи, конференции за границей. Тоже это все у вас будет. Вот, да, вот уже рассказывала про мегафорум, что просто шикарно. Да? Это я была только на одном единственном мегафоруме, не была на банкете, не была ни на каких конференциях. Представляю, что испытывают наши лидеры, которые уже там побывали. Работа в команде с позитивными и успешными людьми. Почему-то так складывается, что в команде остаются только позитивные, да, люди. Как-то вот те люди, которые постоянно негативничают, те люди, которые, ну, что-то всегда жалуются, что-то все не так, что-то это не то, это не то. Почему-то как-то вот они уходят. И остаются только позитивные люди, с которыми легко и просто работать. Дальше. И элитный стиль жизни. Стиль жизни, который вы хотите себе сами, да, то, что вы хотите себе сами. Да, куда-то убегает. Почему-то негатив остается только позитив. Вот. Итак, в чем же смысл работы? Смысл работы – создать большую потребительскую сеть, любовь, да? Создать большую потребительскую сеть, где каждый будет покупать для себя. Не продавать, да? Не надо бегать с каталогами, с сумками, на 30 тысяч каждый месяц делать личный товарооборот. Не нужно этого делать. Не нужно. Нужно сидеть там за интернетом, либо говорить знакомым, рассказывать им про бизнес и покупать.
покупать для себя, делать товарооборот личный. Откуда берутся деньги? Вот деньги как раз и берутся с созданного товарооборота. Компания платит нам процент созданного нами товарооборота. Деньги не берутся с воздуха. Если вы будете просто приглашать людей и ничего не будете ни сами покупать, ни команду учить, да, для себя что-то брать, к сожалению, денег не будет. Потому что компания платит только за созданный товарооборот. Что нужно делать? Нужно посещать обучение, нужно приглашать людей и нужно общаться, приглашать людей и запуталась, обучаться, приглашать людей и делать личный товарооборот, да. Да, ребенок у нас лег. Что получим в результате? В результате получим огромную успешную команду людей, свою команду, с которой мы будем путешествовать, будем получать хорошие доходы, будет у нас свой элитный стиль жизни, будут у нас путешествия, все это будет. Ну как нужно успешно стартовать? Не нужно ничего придумывать, ничего не нужно выдумывать, нужно слушать своего спонсора. У нас много таких, между прочим, новичков, которые все что-то хотят, да, новенькое придумать. Не нужно ничего новенького изобретать, уже все изобретено. Вам нужно просто делать, взять вот готовую систему, что вам сказал спонсор, нужно то и делать, и все, по этой протоптанной дорожке идти вперед. Дальше. Немножко про себя, да, рассказываю всегда, ну, чтобы как-то... Все равно через интернет работаем, чтобы как-то быть ближе к команде. Если бы я отказалась, что бы вообще сейчас я имела, да, тогда, если бы я не рассмотрела возможности в компании, я вообще не представляю, что бы я сейчас делала. Вот стояла бы вот с таким транспарантом, ищу работу. Да, мама в декрете, да, там, была вот в декрете 3 года, без никакого опыта, работы особо у меня нету по своей специальности юридической. Стояла бы вот таким транспарантом, искала бы вот в работу в интернете какую-нибудь, хотя бы 1015, денег дома нет, ребенка побыстрее без старт, и все, на работу, днем работа, вечером дом, все, больше не знаю, что бы меня ждало. Сейчас что у меня, да, мы поедем на море, вот это мы взяли билеты, в понедельник мы едем, улетаем на поезде, мы едем на море на НАСА, да, и... Это была моя мечта, я вот целый год, наверное, на планерках рассказывала, что я поеду на море, что мы поедем на море. Вот, мы поедем в понедельник на море, ура, ура. Моя мечта сбылась только благодаря нашей компании. Если бы я не осталась тут, если бы я не работала, то, конечно, мы бы никуда не поехали. Потому что, ну, что, меня молодая, да, муж там не сможет нас всех повезти на одну, да, свою зарплату. А вот вместе поработали, он работал, а я работала, вот вместе. Поедем на море, ура, ура. Получили, да, получили премию, с Алисой ходили по магазинам, покупали все, что захочется, да, немножко уже рассчитались с долгами, да, там, часть немножко за ипотеку заплатили, ну, просто, не знаю, просто супер. Вот. Ну, и у меня последний слайдик. Люди, которые чего-то не могут, будут уверять, что и у тебя не выйдет. Не нужно никого слушать, да. У меня тоже были многие, кто меня отговаривал, кто говорил, что ерунда, что секта, что обман, что вообще за куда ты влезла, зачем ты вот вляпалась. Они говорят, это не со зла, они просто не знают всей полной информации. Вот вы и покажете им своим примером, что тут можно всего добиться. И они тоже к вам придут, так же, как ко мне пришел мой муж, да, пришли мои подруги. Просто, да, на результат. Увидели, что можно, что никто тут их не обманет, и все будет отлично, и они тоже могут столько зарабатывать. И ваши друзья тоже будут зарабатывать вместе с вами. Просто покажите им эту дорогу. Вот. У меня на этом все. Ребята, если есть вопросы, я готова на каждый ответить. Спасибо, Алён. Прям смущалась, что ты тут. Спасибо. Ну, всем спасибо тогда, всем пока.